Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовые к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69-400. В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. В возбуждении уголовного дела отказано. Следователи сегодня рассказали, что завершили проверку по факту гибели подростка на детской площадке в Радужном. Напомним, случай произошел еще 17 мая. На детской площадке с резинками играли двое подростков. Один из них пояснил, что на какой-то момент отвлекся, а когда повернулся, увидел, что его друг висит в петле без признаков жизни. На место прибыли полицейские, следователи объявили о начале проверки. Сегодня стало известно, что в возбуждении уголовного дела отказано. Следователи уверены, что это был исключительно несчастный случай. А версия об опасных играх, в которые могли играть мальчики, не подтвердилась.